Цель визита японской делегации, которая прилетела в Ульяновск 20 февраля, проведение технологического семинара, где будут рассматриваться вопросы повышения эффективности производства ульяновских предприятий. Начиная свою рабочую программу, в первую очередь гости встретились с губернатором Сергеем Морозовым. Глава региона напомнил, что в рамках перекрестного года культуры Японии и России в Ульяновске с 27 по 31 мая пройдет второй международный форум «Японская весна на Волге». Губернатор пригласил гостей поучаствовать. Многие наши компании сегодня ищут партнеров в Японии. Они говорят о том, что у них уже есть очень много общих тем и со средними, и с небольшими японскими компаниями. Причем не только в производственной сфере, но и в социальной. Например, все, что касается здравоохранения. Поэтому, пользуясь случаем, я хотел бы попросить вас подумать о совместном деловом мероприятии совместно с РОТОБО и японским бизнесом в рамках такой вот деловой программы этого культурного форума. Японская делегация будет работать в Ульяновске почти неделю. Ирина Антонова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.